В Чебоксарах 17 апреля по 9 мая пройдут сельскохозяйственные ярмарки «Весна-2021». Местные производители, владельцы крестьянско-фермерских хозяйств, личных подворий смогут представить свою продукцию на 4 площадках. Торговые места будут предоставляться бесплатно. Ярмарки будут работать по выходным с 8 утра до 17 часов вечера. Уже известны их адреса. Это торговые комплексы Юго-Западный, Николаевский, парк Амазонии и территория рынка Шубашкар. Чебоксарцы и гости столицы смогут приобрести семенной картофель, рассаду, семена, саженцы с гарантией качества. Для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья будут организованы бесплатные доставки на дом. На ярмарках, рынках продукция стоит намного дешевле, чем в сетевых магазинах. Например, если про картофель, сегодня на 43% дешевле на рынках, ярмарках. Ну и на 20-30% каждый вид продукции дешевле.